Крещендо. Стоп! Рита, скажи мне, почему ты качаешься, как дерево на ветру? Я? Угу. Ну, потому что музыка красивая. Да, музыка красивая. Ты за техникой следи, за рукой. Музыка красивая. Вот до диез мне сфальшивила, все, сразу нет музыки. Давай, со второй части еще раз. Та-ра-та-та-та-та-та-та-та. Стой. Не надо. На сегодня урок окончен. Ты мне на следующий урок выучи пятый этюд, хорошо? Угу. И мы с тобой его разберем. Все, собирайся. Хорошо. Ася! Ася! Рита, не забудь дневник, во-первых. Во-вторых, оставь, пожалуйста, ключик на вахту, ладно? Хорошо, Ася Петровна. Спасибо. До свидания. До свидания, Ася Петровна. Оп, оп, иду вправо. Теперь прохожу вперед и бью. Гол! Я! Ну, давайте, вперед в атаку, парни. Защищаю. Ну, бей, бей, проходи вперед. Подножка. Ну, давайте, защита. Ну, проходите. Ну, бей. Вы зачем инструменты в снег поставили? Мальчики! Алексей! Это что такое? Мальчики! Вы что, разве можете так с инструментами обращаться, ребят? Извините, Ася Петровна! Лови! Ах ты! Псих, что ли? Ты что я делаешь? Псих, да, я псих. Ты, Салка, догони. Догони, слава! А, догони, догони! Ух ты! Теперь ты! Что это? Опа! Что ты, дурак? Ух ты, что? Подожди, вон дети смотрят. Пацаны, я пошел домой. Дома, да? Угу, дома. Пойдем. Пойдем. Опа! Ух ты! Ай, ну что? Заскучился. Ух ты! Я тебя сейчас догоню. Я первый, стой... я первый. Нет, иди сюда, я первый. Да дай направо! Ну, побежали! Ну, 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 ну! Ну, ну, да! Вот так. Знай наш. Ай! Черт! Ась! Ася! Чего? Лешка! А ну пойдем. Пойдем, пойдем. Ну что ты как маленький? Пойдем, берегись. Да куда? Леша. Да куда? Да не пропущу. Пропущу же всю, Ась. Ась, так по какому поводу праздник? А ты не догадываешься? Нет. Ты получил первое место на конкурсе Чайковского. Леш, третье. А, тебе дали аванс. Ты. Ну, Ась, ну скажи, ну правда, ну хотя бы подскажи. Леш, ну я серьезно. Я не соображаю, но я не знаю, как тебе подсказать. Положи тебе картошечки. Да, давай, конечно. Давай. Давай. Что подсказок? Раз. Раз. Два. Два. Все, хватит. Три. Ну, давай три. Три. Сколько у нас свечек на столе? Три. А яблок? Тоже три. Ась. Ну, нет. Ну, как я могу догадаться? Ты мне подскажи что-нибудь конкретнее. Ну, ладно, все, я сдаюсь. У нас сегодня юбилей. 3 года, как мы с тобой вместе. Ась, прости меня, пожалуйста, я совсем забыл. Из головы вылетело просто. Прости, с меня подарок, ясно? Я хочу сказать тебе тост.
Лёшка, родной мой, хороший, я так рада, что ты у меня есть, что все эти годы ты был рядом со мной. Если бы не ты, я не знаю, как бы я пережила потерю родителей. Спасибо тебе за это. Я очень тебя люблю. Я тебя люблю. У меня есть ты, а у тебя есть я. За нас? За нас. Лёш, я знаешь, что подумала? Что? Как ты думаешь, если нам весной поставить теплицу, представляешь, как будет здорово? Все лето огурцы, помидоры свои, на рынок ходить не надо. Такая экономия, опять же. Ты же хотел бутсы крутые себе? Конечно, хотел. Вот, мы сэкономим. А там, глядишь, и на свадьбу накопим. Как думаешь? Да, вот только строительством коровников на свадьбу не накопишь. Тем более на бутсы и теплицу. Ну, потихонечку. Да, тут нужна серьезная шабашка. Не волнуйся, найдется. Обязательно найдется. Дай бог. Ой, так есть хоть. Приятного аппетита. Я на работу. Котлеты будут на плите. Вот, придешь, разогреешь. Хорошо, мам. Здрасте, Ася. Здрасте, Ася Петровна. Здрасте. Ну, давай. Ёшка, привет. Привет. А ты чего тут? Да, тут такое дело. Что, случилось что? Вот. В смысле? В прямом. С юбилеем. И выходи за меня замуж. Ася Петровна! До свидания. До свидания. А мерзнуть-то было зачем? Да просто времени мало, мне уезжать нужно. Матвеич мне работу подкинул, теперь денег на свадьбу два счета добуду. Вот. Я не понимаю, а куда? В Москву. Всего на пару месяцев. В Москву? А это обязательно? Ась, ну ты же знаешь, я здесь таких денег за год не заработаю, а так под халтурью вернусь. А как же футбол? Да Кама меня пока заменит. Ну, так что, ты выйдешь за меня, а то стою тут с протянутой рукой на морозе, как не знаю кто. Ну, конечно. Да? Ну, конечно, Лёш. Да? Ну, что ты спрашиваешь? Лёшенька. Ну, тогда надевай. Ой, я боюсь. Давай лучше ты. Ну, давай я. Палец. Лёш, я что, толстая такая? Да ну перестань, Астёнок. Я просто, видимо, с размером перепутал. Давай, аккуратно. Ну вот. Ты прости, я тебе другое куплю. В тысячу раз лучше. В тысячу раз лучше. Хорошо? Ну ты чего? Может, всё-таки останешься? Ну ты что, я тогда людей подведу. Заработаю денег, приеду. Всё будет хорошо. Ты ведь сама говорила, что... Хотела поставить теплицу. А я, как будущий муж, должен обеспечивать свою будущую жену. Отправляемся. Бегу. Пока. Я люблю тебя. Я позвоню. Пока. Молодец, Олежек. Вот что значит, хорошо дома позанимался. Екатерина Семеновна, а поставьте мне 5, а то в углу стоять надоело. Ну, конечно же, 5. Конечно, 5. Все, урок окончен. Приходи в следующий раз, будем разучивать новую пьесу. Давай. Можешь идти одеваться. Хорошо. Все послание своему ненаглядному строчишь? Позвонила бы лучше. Ай, он же работает. Вдруг на объекте. Боюсь отвлечь. Ну, могла бы и отвлечь.
Все-таки невеста уже. Ну что, до свидания, Олежек. До свидания, Екатерина Семеновна. До свидания, Ася Петровна. До свидания. До свидания. Спасибо за пятерку. Лешка. Алло. Привет. Да, привет, мой хороший. Что? Кого? Я... Лёш! Лёша! Ну, ты идёшь! А что случилось? Он говорит, другую встретил. Бросает меня. Да ладно. Я ничего не понимаю. Ну-ка, перезвони. Да. Ну что? Отключил. Все? Все. Свободен. 1-0 в пользу Колумбии. Матч окончен. Держи. Это тебе. Это настоящий. Спасибо. Я вместе с папой в 98-м году ездила во Францию на чемпионат мира. И просто умоляла его достать именно этот цветок. И он взял его у судьи, представляешь? Да ладно, с чемпионата мира 98-го? Угу. Он твой? Круто, спасибо. Пожалуйста. У нас есть не только такие экспонаты. Да ты что? Конечно. Да, тогда очень у меня тоже для тебя есть подарок. Боже, как я хорошо знаю мужчин. Да? Вам от женщин нужно только три вещи. Это какие? Они начинаются на букву С. Да. Секс. Свет. Нет. Тьма. Второе. А, это не на С. Секс. А, опять секс. И третье. Секс. Мы сейчас с тобой поднимемся наверх. Выпьем вино Шардоне 85-го года, закусим чищенным яблоком зеленым и сыром дорблю. Дорблю? Дорблю. Вино в баре, все остальное в холодильнике. Я надеюсь, ты справишься. Конечно. И поскорее. Я жду. Я найду. Вообще, ну какой гад! Не ожидала я от него такого. Все, все, рыцарь из себя корчил. Ась, да не убивайся ты. Говорил, моя женщина всех кавалеров распугал. Ась, ты только не переживай. Не стоит он твоих переживаний. Асенька, солнышко, ну ты такая у нас умница. Ну... Первый, блин, комом. Угу. Найдешь себе другого. Я не хочу другого. Ладно, тогда подожди. Подожди, вернется он, никуда не денется. Они всегда возвращаются. Да! Я серьезно, Ась. Я знаю, что хотят мужчины. Я не первый год замужем. Тут он у тебя обласкан, накормлен. Ну, где же ему лучше будет? Ну, а? Ну, правда. Ась! Аська, ты куда? В Москву еду. Ой! Асенька, ну подожди!
подожди. Ну куда ты? Ася! Ну ты что, серьезно что ли? Ася, подожди! Ну, Асенька, ну стой! Ну ты что, сумасшедшая, Ася, что ли? С ума сошла! Отстаньте! Ну куда же ты поедешь? Ну как? У тебя же в Москве даже знакомых никого нет. Нет. Обстановка там сама знаешь какая. Ну какая? Криминогенная. Да. Ась, ну подожди. Ну зачем тебе это все надо? Ну, Ася. Мне поговорить с ним нужно. В глаза ему посмотреть. Подожди. Иначе я не знаю, как. Ну куда? Ась, ну, ну подожди. Стойте. Ась, стойте, подождите. Мне нужен один билет. До Москвы. До Москвы билетов нет. Автобус отменили. Ближайший через час на Сосновку. Там нам учкап. У водителя купите билет. Ну вот, рейсов нет. Отлично. Ну вот. Ну вот и замечательно. Значит, не надо сегодня посидишь, ехать. Посидишь, подумаешь, утро, вечером и три дня. На трассу пойду. На какую трассу? Ты что? Изнасилуют, а потом выкинут в канавку. Да не стоит он таких подвигов. Да что вы несете? Все, решила. Не провожайте. Буду, Леха. И что этим мужикам надо? Да, Костя, алло. Антон, привет. Привет. Ты где? Далеко? Ну, в общем-то, да. А в чем дело? Мы же договорились, что я после той командировки уезжаю на несколько дней в отпуск. У меня родители приезжают. Родители твои подождут? А вот господин Вольский... Вольский? Да, да, господин Вольский. Ждать не будет. Виноват, исправлюсь. Что, тот самый Вольский депутат? Короче, слушай меня внимательно. Я сегодня с ним назначил встречу. Да, у нас в офисе. Поэтому, ну, сам понимаешь, без тебя никак. Значит так, чтобы вечером был на месте. Понял меня? Все, понял. Жди. Сейчас развернусь и к тебе. Я еду с вами. Куда ты едешь? С вами. Э! Ты тут включается? Извините, мне просто очень нужно в Москву, понимаете? В какую Москву? Пошла вон из машины! Вы что, выкинете меня? А я тогда в полицию заявлю и скажу, что вы меня сбили. Вот, у меня ушиб есть. Так. Я номер запомнила. Угу. Потрясающе просто. В Москву ей надо. Открывай! Лев Александрович, да, правильно меня поняли, я беру отгулы на все 5 дней. Да. Ой. Ну, мне очень нужно, ну, пожалуйста. Спасибо, Лев Александрович. Да, спасибо. До свидания. Фух. Да не волнуйтесь, я вам заплачу. Что, думаете, я сумасшедшая? А что вы молчите? А о чем мне с тобой разговаривать? Ну, мне просто в Москву очень нужно было. Ну и часто ты так к незнакомцам в машины прыгаешь? Нет, не часто. Я вообще не прыгаю. Вы знаете, я из города редко выезжаю. Понятно. Меня Ася зовут. Понятно. О, а ты чего здесь? Кушаю. Я когда нервничаю, очень много ем. А что ты нервничаешь? Предчувствия у меня плохие. В смысле? Да не придурилась это я про Аську. Ну что про Аську? Все нормально с Аськой. Уже, небось, к Москве подъезжает. Да пропадет она там.
Слушай, не каркай, а? Это... А давай ее Лёшке позвоним. Пусть хоть встретит. А? Звони. Здравствуйте, Екатерина Семеновна. О, а это что еще такое? Вы же мне сами дополнительное занятие назначили. Нет еще. Ну, проходи тогда. Хорошо. Ну, чего ты молчишь? Я не знаю, что говорить. Да, стопер из тебя никакой. Кто? Ну, говори что-нибудь, а то я засну. А что говорить? Ну, например, кто ты? Откуда ты свалилась на мою голову? А вас как зовут? А это важно? Ну, конечно, раз уж о себе рассказывать. Меня зовут Антон, я живу в Москве. А я из Ржаксы. Что-что? Ржакса. Название такое? Что, Ржакса? Да, так и называется. А что? А что вы смеетесь? Что вы имеете против моего города? Там знаете, как хорошо? Там у нас река, там лес. Там все мои с позапрошлого века жили. Папа, мама, да? Папа, мама умерли давно, погибли. В автокатастрофе. Извини. Ничего, проехали. Ну, и теперь ты поехала в Москву за новой жизнью. Нет, я за Лешей поехала. За Лешей? Он хороший. Он просто... Что просто? Ничего, я не хочу об этом говорить. Да. Алло? Привет, Витька. Ты фальшивишь. Не фа, а фа диез. Не понял. Алло, Лёшка, это ты? Катька? Да, Катя. Она самая. И Ленка рядом. Чего звоните? Ну, чё звоним? Ты чего-то маски-то наговорил? У тебя совесть есть? Ты что, с ума сошёл? Она... Послушайте, а вам не кажется, что это не ваше с Леной дело? Говорит, это не наше с тобой дело, представляешь? Ах, не наше дело. А кто нас на свадьбу приглашал? А кто из лапшу на уши вешал, а? Кто? Лен, ну, пожалуйста, ну хоть вы меня не терзайте, а? Видишь, как трогаться не заговорил? Да. А что ты вообще Аське наговорил там? Послушайте, вы не звоните сюда больше, ясно? Что? Трубку бросил гад. А что, что ему про Аськин приезд ничего не сказала? Так я не знаю, я забыла прям кулема. Давай звонить еще раз. Давай. А мы закончили? Играй давай, что ты сидишь? Ну? Кто звонил? А, да так. Бывшая? Хуже, ее подруги. Все, теперь они нас больше не побеспокоят. Метка. Что? Что? Все-таки пересолил. Давай я тебе другой сейчас сделаю. Нет, не надо. Точно? Положи на место. Я съем. Ну, в общем, он мне позвонил. Я и еду. Логично. Думаете, глупо, да? Но я не думаю так. Умнее не придумаешь. Ты что, мазохистка? В смысле? Мало того, что тебя он унизил по телефону, ты еще сама лично рвешься лицом в грязь. Нет, он, это просто у него какое-то временное помутнение рассудка. Он любит меня. Да. Он не мог просто так взять меня и бросить. Ну, конечно, это же Леша. Знаете что, остановите машину. Зачем? Остановите, вон уже Москва, я вижу.
Какая Москва? Это самая окраина. И потом, Москва это не твоя Ржакса. Она большая. Да. Что? Да, Кость, слушаю. Ничего, все нормально с голосом. Ничего не случилось. Еду, Костя, еду. Скоро буду. Успокойся, я тебя до ближнего метро довезу. А дальше ты хотя бы знаешь как? Знаю. Сейчас. Вот. Покажи. Так это же очень далеко от метро. Ты там заблудишься 100%. Там такой район, что... Не знаю. А что делать? Это шрифты. Ну что ж, наш дизайнер скоро будет. Вы видите, он гений. Он прямо на ваших глазах набросает 3, 5, 10 вариантов, а вам останется только выбрать один. Я надеюсь, ваш гений не заставит себя долго ждать. У меня слишком мало времени. Не волнуйтесь. Он где-то здесь. Угу. Он подъезжает. А вы присаживайтесь. Может, чай, кофе и что-нибудь покрепче? Кофе. Без сахара и кофеина. Марина, два кофе. Без сахара и без кофеина. Я сейчас сам схожу, сделаю. Угу. 5 минут. Кажется, приехали. Веселкина 12? Ну да. Ну да, значит, верно. Спасибо. А точно тот адрес? Как-то мрачновато. Да нормально, спасибо вам большое. Может, тебя лучше проводить? Не надо. Не надо, спасибо. До свидания. Здрасте. Да, алло. Антон, ну ты где? Ты хоть понимаешь, сколько стоит время такого человека, как Вольский, а? Если ты сейчас не явишься, то он просто уйдет. Давай закрывай эту хлобуду до утра. О, какой вентиль светил, гляди. На штуку потянет. Сейчас Семеновичу загоним. Ну что ты там возишься? Я иду. Ой, пошли. Я еще Алексея Рыбакова. Ай, наливай. Завтра же зарплата. Что? Вы понимаете меня? Вы слышите? Алексей Рыбаков. Он тут живет. Ну, давай. Руслан, кто там? Сечишь, Алексей Хамарыч. Ну, понятно. На неделю заработаем. Ну, че, красавец, может, маханешь с нами? Нет, спасибо. Простите, а где Алексей? Алексей себе бабу нашел. Машина, хата, живет он у нее. Понятно. Извините, может быть, у вас есть его новый адрес? Нет. У кого Алехин адрес есть? Ты тын забахчиш, кадам слуш. О, баба. Девушка, я Алексей. Иди к нам. Извините, иди до свидания. Сюда. Помогите! Девушка!
Подожди. Костя, я перезвоню. Подождите. Погодите, девушка. Что же вы от меня так драпанули-то? Вам адрес Алексея нужен? Нужен. Ну вот. Вот нашел. Лешка оставил. Фух. Спасибо. Вы это, не ходите здесь больше одна. Район опасный. Фух. Спасибо. Фух. Ты здесь? Я здесь. А я тебя встречать собирался. Боже мой, мы не уехали. Вы остались. Не уехал? О, Господи. Хорошо. Ну как же я тебя мог оставить в таком злачном месте? Ты кричала? Я кричала. Почему? Я испугалась. А? Нашла своего ненаглядного? Нет, он здесь больше не живет. Что? Не живет. Не слышу. Не живет он вот здесь да больше. Да я не тебе. Алло, Кость, что? Подождите. Не слышу. Подождите, ну, еду, Антон, еду. Рядом совсем уже, Кость. Но у меня есть его адрес. Сейчас. Покажи. Кость, ну... Это рядом, я тебя подвезу. Сейчас нет, вот буквально... Ну, не надо, Антон, не надо. Ну, правда, ну мы в ответе за тех, кого сбили. Садись, пока я не передумал. Ну, Костик, тогда ну буквально можно пару кварталов, заплачу? И я у тебя. Ну, обязательно. Ну, серьезно. Ну, ну, не знаю, ну, придумай что-нибудь. Станцуй ему, футбол сыграйте. Ну, что ты, не знаешь, что ли? Костик, ну... Девочки, ну все, спасибо, по домам. Ой, спасибо, Святослав Викторович. Одну секунду, я отправлю посмотр. Ты какой письмо? До свидания. До свидания. До свидания, Константин Викторович. До свидания. До свидания. Когда что за пропас? Он скоро будет. До свидания. Ну, пробки. Сами понимаете. Тут вроде поспокойнее. Да. Ты уверена, что тебе не нужна моя помощь? Нет. Спасибо большое. Вы так много для меня сделали. Я вам потом заплачу. Да я не про это спрашиваю. Помощь нужна? Нет, спасибо. Я дальше сама. Ну ладно. Алло? Бывай. Да. Еду. Еду, Костя. Сейчас буду. Ну, ну нужно было мне. Я понял, все понял. 5 минут буду. Ну подождите, ну что ж вы. Да ё-моё. Да пошел ты, сейчас приедет и справа. Я не нужна ему. Да что с ума сошла?
Ты что, хочешь покончить с собой из-за какого-то прыщали наделанного? Да нельзя же быть такой дурой! Тебя еще не раз будут бросать! И не два, это жизнь! У меня нет никого, кроме У тебя есть ты, ясно? У тебя еще вся жизнь впереди! Мужикам нужно. Я же на все была готова ради него. На все. Ну ладно, все, успокойся. Извини. Все будет хорошо. Давай, я тебя довезу. Вы, значит, хотите сайт, как у Савельева или Борисовича? Ни в коем случае. Мне нужен совершенно особенный сайт-визитка. Понятно вам? Константин Викторович, до свидания. Да, до свидания. До свидания. Я не так выразился. Конечно. А знаете что? Я вам предлагаю сделать портал. Представительство в интернете. Документы все здесь. Как вам такая идея? А пока нет дизайнера... Мы посмотрим образцы цвета. Послушайте, я не хочу смотреть никаких образцов. Я к вам потому и обратился, что мне нужен индивидуальный сайт-визитка. Понимаете или нет? Только я сомневаюсь, что вы на это способны. Всего доброго вам, до завтра. До свидания. И знаете что? До свидания, Константин Викторович. И кофе у вас с кофеином. Способные они. Мы способны. Мы очень способны. Отвезите меня на вокзал, пожалуйста. Чтобы ты под поезд сиганула? Я что, я такой идиоткой выгляжу? Вот скажите мне. Наверное, поэтому меня Леша бросил. Да не поэтому он тебя бросил. Он просто меня никогда не любил. Значит, не любил. Он любил меня. Он любил, я же чувствовала. Ну, раз чувствовала, то... А что вы смеетесь? Я, между прочим, серьезно. Ну, а если серьезно, то неправильную ты тактику подобрала, чтобы ненаглядного своего вернуть. Ох, я никого уж не хочу возвращать. А что, можно вернуть? Да все можно. Нужно только знать, как. Вот ты, например, говорила, что вы много лет встречались. Да. Такие вещи просто так не проходят. Можно попытаться в нем разворошить старые чувства. Только нужно правильную стратегию подобрать. Любовь не поддается никаким стратегиям. Святая простота. Родин смеется. Вот что вы говорите? Вот вы пробовали так, у вас получалось? Да. Да? Да. И вы что, можете гарантировать мне результат? Все, приехали. Вот, хорошая, недорогая гостиница. Завтра с тобой встретимся и начнем приводить наш план действий. Хорошо? Хорошо. Антон, послушайте, я хочу вам заплатить. Ася, у меня Ася, есть деньги, я Антон. Очень плохо соображаю в половине второго ночи. До завтра. Счастливо. До свидания. Хотя нет, стой. Что? Давай так. Я помогу тебе сейчас заселиться, доведу тебя до номера, ты закроешь дверь, и тогда я спокойно поеду. А зачем? Не надо, я сама заселю. Нет, вот больше не надо самодеятельности. Ты просто подождешь меня завтра, я тебе позвоню. Хорошо? Кстати, дай мне свой номер телефона. А, да, сейчас. Прошу.
Хорошо. А ты знаешь, что меня воспитывал один отец? Да. Ага. Он меня просто фанат футбола. Он с детства меня водил на все чемпионаты. Повезло. И он всех моих потенциальных женихов проверяет на знание футбола. А, да это не проблема. Я знаю о футболе все. Да ну? Да. Проверь. Че, серьезно? Конечно. Ну, хорошо. Давай самое простое. Давай. Чемпионат Европы. Хорошо, какого года? Ну, допустим, 84-го. Чего? Какого? 84-го. Матч Франции и Югославии. Кто забил и какой был счет? Самое простое. Самое Супер. Простое. Сейчас в интернете посмотрю. Так, какой? Нет, подожди. Никакого интернета. Ты должен все знать наизусть. Это все просто должно отлетать от твоих зубов. Нифига себе. Пришел таки. А я уж думал, явишься. Или не явишься. Кость, ну извини. Ну, форс-мажор. Нужно было одному человеку срочно помочь. Значит, человеку да, а я не человек. И фирме нашей помогать не надо. Ну, я же сказал, извини. Извини. Прям детский сад какой-то. Извини. Знаешь, сколько мы денег потеряли? Всех денег не заработаешь. Потом, ну не мог я ее оставить одну в таком состоянии. Она с собой все что угодно могла сделать. А, значит, все дело в бабе. Ты не в ту сторону думаешь. Я вообще офигеваю, как ты наплевательски относишься к фирме из-за какой-то... Девица! Болтик. Алло. Алло, Аська. Ну, куда ты пропала? Мы тебе обзвонились все. Слушай, а меня тут твои занятия назначили вести. Вот, послушай. Машенька, начинай. Играй. Альта Воча. Слышала? Ну, может, замечания какие скажешь? Ну, ты как там сама вообще? Да нормально все, Алешку буду возвращать. Кстати, медленно играет, скажи, чтобы быстрее играла. Ага, хорошо. Быстрее, темпа, темпа. Тетя Ася говорит, да, Ася Петровна. Подожди. А какая муха тебя укусила? Да, вот да так. Темпа, темпа. Это не муха, это Антон. Между прочим, он не кусал меня, неважно, он просто хотел мне помочь. Подожди, какой Антон? Фальшивила. Антон, он мне сказал, что я себя неправильно веду. Скажи, сфальшивила не соль, а соль-бемоль. Да господи, да вообще, я не понимаю, про что ты сейчас думаешь. Только потом, пожалуйста, Аська, не говори, что тебя какой-то аферист клеил. Кать, ну почему сразу аферист? Слушай, ты помнишь Верку с Ленкой, которая вместе училась? Переход, переход через Ля здесь. Боже, ну хорошо, хорошо. Играй, моя умница, играй. Слушай, Асенька, ну так вот, она тоже с таким одним познакомилась. Сначала все чину благородно, в ресторан ее повел. Креветки там заказали. Как их, господи, ну такие большие, ну огромные. Кать, ну какая разница, память вот у тебя. Тигровые, вот. Потом эти грибочки еще заказали фаршированные. И вино, это как его, коллекционное. Ну, вроде бы все так хорошо, все так чинно, благородно. А потом я спрашиваю, так не походу. Говорит, есть у тебя денежка расплатиться? Ну, она тогда как раз товар из Турции возила. И у нее... На таможне проблемы. Ага. Так, и что? Ну, так вот он ей обещал помочь. Ну, все, вроде бы как расплатилась. А потом... Что потом? В канаве ее нашли. Еле откачали. Без денег, без документов. Ужас какой. Кать, подожди секунду, у меня второй звонок на линии. Ну, все. Предупрежден, значит, вооружен. Екатерина Семеновна, много мне еще повторять? Ася, это Антон. Жду тебя через час в ресторане «Руслан». В ресторане? Да.
Это рядом с твоей гостиницей. Возражения не принимаются. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините за опоздание. Ну что, заказали что-нибудь? Нет, я... Здесь креветки есть игровые. Отличные креветки. Рекомендую. Креветки? Да. Что будете заказывать? А что, какие-то проблемы? Да, я их не ем. Вот грибы фаршированные. Мне их нельзя. Ну, должна же быть какая-то закуска. Закуска? А вы что, пить собираетесь? Вообще-то не собирался, но сейчас вижу, что бокальчики вина нам не помешают. Принесите, пожалуйста, бутылочку коллекционного красного вина. Я не пью. Ну, если дама не желает, тогда принесите мне. Хорошо. Домой пойдем пешком. Через канаву? Через какую канаву? Ася, в чем дело? Не ешь, не пьешь. Ну, хорошо, давай сразу к делу, пожалуйста. К какому делу? Как к какому делу? Ну, к твоему, конечно. Прошу. У меня тут есть план. Значит так, прошу. Конечно, план. Ты говорила, что у тебя есть деньги, правда? Деньги? Отлично. И много вам надо? Ну, это как пойдет. Так вот. Как пойдет. Все понятно. Аферист. Да ты будешь меня слушать или нет? Ты что творишь? Что? Что ты творишь? Ты развести меня хотел? Думаешь, подобрал на обочине провинциальную дуру с деньгами? Да я помочь тебе хотел. Провинциальная дура с деньгами. План составил. План, конечно. Кирпичиком по голове тюка в канаву. Такой твой план, угадала? Каким кирпичиком? В какую канаву? Вот когда научишься слышать людей, тогда и обращайся. Понаедут всякие. Вам что-нибудь еще? Что? Будете заказывать? Не надо! Антон! Антон! Девушка, вы сумку забыли? Боже, я потом заберу! Антон! 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 Ну, простите меня, ради бога, но я не знаю, как так получилось. Блин, ну, как вам объяснить? Меня подруга накрутила, понимаете, подруга. Она мне рассказала историю такую страшную про одну нашу общую знакомую. Ее москвичи обокрали, а потом, ну, там плохо все кончилось. Я тут при чем? Я даже не москвич, я с Дальнего Востока. Я не знаю, ну, хотите, я вам постираю? Не надо, я сам. Боже мой, ну, простите меня еще раз. Пожалуйста. Да. Проехали. А вы не передумали мне помогать? Ну что сейчас, Антон? Конечно, стоило бы переодеться. Но сначала мы переоденем тебя. Ну? Здравствуйте. Выбирай. Ладно. Что такое? Вы цены здесь видели? А кто говорил, что будет легко? Здравствуйте. Могу я вам чем-нибудь помочь? Надеюсь. Можно вас на минутку? Да. Оденем. Оденем. Девушка, пройдемте, пожалуйста, со мной. Я предлагаю вам начать вот с этой замечательной модели. Посмотрите. Италия. Пойдемте, пойдемте. Все надо мерить. Все, все. Удобно на этих шпильках. Может быть, я сниму это все? Куда? Пока что. Спокойно, спокойно.
Послушайте, ну правда очень неудобно. Я же могу что-нибудь порвать или поцарапать. Я потом на это обмундирование буду 5 лет работать. Ничего не получится, если ты себя будешь чувствовать в этом, как корова на льду. Ты должна научиться носить красивые вещи. Просто ощутить себя королевой. Как будто бы весь мир принадлежит только тебе. Понимаешь? Все мужчины хотят видеть женщину королеву. Спину выпрями. Плечи расправь. Да. И пошла вперед. Легкой походкой. Ага. Только ощути себя королевой. Почувствуй это. Чувствую. Как королева? Чувствую. Я как солдат на плацу себя чувствую. Да. Тяжелый случай. Ладно. Пошли. Куда? Тренироваться. Заодно я тебе Москву покажу. Плечи, спина. Королева. 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 Свободно. Свободно, легко, воздушно. Вот. Ну вот, так гораздо лучше. Оставим пакетом в гостинице и в путь. Хорошо. Ха. Ну что, походку ты освоила. Переходим ко второму этапу. А что, будет еще и второй? Ну, конечно. Что он любит? Ему нравится футбол. Отлично. Значит, ты должна у него ассоциироваться с футболом. Ну и что мне делать? Потолстеть, что ли? Зачем? Не знаю, буду на мяч похожа. Что еще любит твой обожаемый? И что не любит? Он не любит, когда его ревнуют. Он считает это недоверием, хотя сам он очень ревнует. Да? Угу. Извини. Тебе звонят. Ой, так это ты мне звонишь? Поднимай трубку. Представь, что я Леша. Отвечай, не задумывайся. Привет, милый. Привет, милый. Алло, Ася? Ой, Лёш, извини, я не могу говорить, я жду другого звонка. Ой, Лёш, извини, я не могу говорить, я жду другого звонка. Ася, и трубку бросай. Что, прям бросать? Ася, алло, Ася! Что смешного? Нужно больше разочарования в голос, когда поняла, что это Алексей. Ты ждала не его звонка, а чего-то другого, понятно? Вот и вся ревность. Я поняла, а еще, знаешь, он любит обладать чем-то таким, что всем вокруг нравится. Ну, например... Он постоянно менял телефоны, чтобы его аппарат был круче всех. То есть, для того, чтобы ты его поразила, сначала ты должна поразить была всех остальных. Ну, выходит так. Ну, это очень легко сделать. Просто улыбайся. У тебя очаровательная улыбка. Представь. Представь, жизнь прекрасна. Погода чудесная. Ты счастлива. Ты счастлива? Ну, потому что, типа, любишь меня. И хочешь, чтобы были счастливы все остальные. Вот мы сейчас пойдем по этой аллее. Ты будешь всем улыбаться и посмотришь, что не останется ни одного человека, который не обратил бы на это внимания. Начнем с этой бабушки. Улыбайся. Здравствуйте. Здравствуйте, молодые люди. У меня для вас замечательный подарок. Подарок? Вот, ваза, наша фирма. Честь рождения весны дарит всем замечательным влюбленным, таким как вы, эту прекрасную вазу. Мы не... Милая девушка, держите крепче. Посмотрите, какая хрупкая, какая нежная, как сама любовь. Берегите эту вазу, и тогда с вашими чувствами ничего не случится. У вас, молодой человек, 500 рублей. Сколько? 500. А, хорошо. Возьмите без сдачи. Спасибо. Спасибо. Все будет прекрасно. Ты чего, Ася? Да ничего. Подумалось просто.
А представляешь, если и правда любовь такая же хрупкая, как вот эта ваза? Так, может быть, вот это подойдет. А вот это? Вот это точно подойдет. Держите. Зачем мне все это? Ну, ты же будешь работать в моей фирме, а это необходимая экипировка. Ну, можно хотя бы без картуза и каски. Ну, а если кирпич тебе на голову упадет? И вообще не ной. Давайте. Мы все это берем. Хорошо. Деньги давай. Деньги? Понятно. Что понятно? Ну, успокойся. Заработаешь, потом отдашь. Кстати, вот тебе телефон клиентки. Позвонишь, сходишь к ней на квартиру, узнаешь, какие материалы нужны, какую работу нужно сделать. Ну, в общем, ты все сам знаешь. Мне-то ты можешь не рассказывать о моей работе. Сколько с нас? 18 323 рубля. Сколько? Ты успокойся. Это хорошая одежда. Да, хорошая. Что теперь? Ну, а теперь хоть жениху на глаза показаться можно. Значит так, ты нисколечко не жалеешь о том, что вы в разлуке. Угу. Прекрасно обходишься без него. Угу. И вообще нашла нового кавалера. Кавалера? Угу. Кого? Кого? Меня? А дальше? А дальше посмотрим по обстоятельствам. Стоп, у меня только один вопрос. Угу. Где мы будем его искать? Вот что бы ты без меня делала? Значит так, по сведениям соседки твоей разлучницы, Авдотьи Степанны... Стоп, какая соседка? Откуда ты знаешь? Ты бумажку с адресом в машине забыла. Я туда сгонял и узнал много чего любопытного. Так вот, по сведениям этой самой соседки, Авдотьи Степановны, Ольга всегда ужинает в ресторане «Цезарь», который находится рядом с ее офисом. А Алексей? Ну, тот, конечно, не разлучен с ней. Так, а вот и «Цезарь». Где? Надеюсь, сегодня обойдемся без обливаний? Не знаю. Не знаю, как пойдет. Эй, мне нужны гарантии. Никаких гарантий. Ладно, все. Вперед. Не пуха. К черту. Спинка, плечи. Ты как королева. Ага. Что такое? В чем дело? Да? Ну и отлично, все идет по плану. Я не могу. Успокойся и реши, нужно тебе это или нет. Если нет, тогда уходим. Нужно. Я сейчас. Угу. Здравствуйте, проходите. Нет. Не отвлекайся. Давай. Чемпионат мира 2002 года. Германия, Бразилия. Счет? А, сейчас. А, 2-0 в пользу Бразилии. Молодец. Умница. Что? Что я опять? Могу, я не могу, я тряпка. Он правильно. Так, просто, я сюда. Не могу собраться. Ты не тряпка. Ты самая обаятельная, самая забавная, самая искренняя, самая нежная девушка, которую я когда-либо встречал. И Алексей, твой дурак, что тебя бросил. И мы сейчас ему это покажем. Ты правда так думаешь? Посмотри на себя. Да он с ума будет сходить, что ты вроде бы рядом, а он не может к тебе прикоснуться. Что ты близко, а на самом деле ты очень далеко. И твои мысли заняты совершенно другим мужчиной. И вы никогда не будете вместе. Никогда, понимаешь? Хорошо. Я готова.
Показывайте. Вот ваш столик. Он смотрит. Успокойся. Все под контролем. Что ты там все высматриваешь? Прошу. Да так. Пожалуйста, ваше меню. И вам, может быть, винную карту? Я не очень хорошо танцую. Без паники. Слушай себя. Все получится. Подожди, есть минут. Слушай, я перестану с тобой ходить по ресторану, если ты не перестанешь пялиться по сторонам. А, Ася. Что? Это Ася танцует. Это мы сейчас и выясним. Еще 2 дня подожду и буду в розыск объявлять. Заходи. Проходи, пожалуйста. Спасибо. Ну, как мы будем отмечать наши успехи? Чаем или, может быть, что-нибудь покрепче? Чаем. Чай. Присаживайся. Так. Я помогу. А, спасибо. Вот, держи. Я хозяин, ты гость. Ой, сахар забыл. Ой, я без сахара пью. А, да? Да. Ну, тогда я тоже. Здорово вчера все получилось. Даже не знаю, как тебя поблагодарить. Thank you.
это еще кто? Извини. Мама? Сынок. Сынок, ой. А ну помоги. А, тяжело? Это тебе не перед компьютером ухры-мухры сидеть. А? Здравствуй, здорово, папа. А вы же говорили, что завтра приедете. Ага. У тети Люси внук заболел? Так мы сразу, да? К тебе. А. У тебя морская капуста есть? Нету. Ай, не надо. Мы с собой 10 банок захватили. Ага. Кухня где? О, вот. А, господи. Вижу. Истощал-то как. Привет. Здравствуй, мама. Ну ничего, откормим как на убой. Ну, показывай, какие у тебя хоромы. Годится. А? Ну, чего стоишь? Знакомь. Это моя мама, Валентина Петровна, а это... Ася. Ася меня зовут. Извините, я тут случайно. Ясень пень случайно. Мы только завтра должны были с отцом приехать. Мама! Что мама? Антон! Вот какой дрянью у тебя холодильник забит, а? Капусту некуда запихнуть. Володя. Здрасте. Папа. Мой папа, Владимир Иванович. Здрасте. Вот тебе и новость. Простите. Володя. Мама. До свидания. Мама. Ася. Ну что, папа? Мам, папа. До свидания. Ася. До свидания. Ася. Давай, сынок, догоняй. Ася. Ася. А? О, Боже. Мама, папа. Мамки. Ася, постой. Фу. А хорошая девка. С характером. Неплохая. Не догнал? Да ничего, вернется. Ну, мы ж пошутили. Хорошая девочка. Молодец. Вы же ничего не понимаете, мама. Мы ж побольше твоего понимаем. Да? Ну, как будто мы тебя не знаем. И так все ясно. Да. В твоем лице все написано. Что ты без ума от своей невесты. Капусту никуда пихать не будем. Мы из нее салат сделаем. С маслицем. Масло есть? И не надо. Мы с собой захватили. Я же говорил, что нужно масло брать. А ты еще говорил, что не молодец. Надо. Вот говорила. Да, и же молодец, хорошо, что взяли. Все пригодилось. А то в самолет не влезет, не взлетим. Залетели, все нормально. Алло. Ася, привет. Лешка? Да, это я. Привет, а... Привет. Ты же вроде симку со старыми контактами выбросил. Я твой телефон наизусть помню. Наизусть помнишь? Ну да. Слушай, я бы хотел бы с тобой... Встречаться? Ну да. Извини, не могу сейчас. Ну, нам нужно поговорить, Ася. Прости, мне неудобно сейчас разговаривать. Ася... За любовь! За любовь! Вот. О, доча! С возвращенницем. А я просто за тортом бегала. А-а-а. За тортом. Отлично. А мы все так и подумали. Ну, да, отец? Наполеон. Да. Обожаю французов-узурпаторов. Папа и мама, я хотел Антон, вам прояснить эту... Все, все. Мы понимаем. Все понимаем, да. Асенька, дочка, поможешь мне на кухне? Мам. Ух ты. Хорошо. Пойдем. Наполеон. Ася. Ася, что это значит? Что происходит? Все хорошо. Мне Леша звонил. Сам. Ты. Ты молодец. Спасибо тебе. А, Ася. Извините. Я иду. Что, помогать? Вон, порежь. Хорошо. А что, порезать? Что-нибудь. Ася. Ты не обижай нашего Антошку. Ну и сама не обижайся. Он хоть и дуралей, но хороший. Ну, кто вы, Валентина Петровна, я даже не думала. Ты пойми главное. Он только строит из себя московского циника. А на самом деле... Он... Ты знаешь... Я знаю. Ну вот и слава Богу. Дочка наша. Антон, иди сюда. Под такое дело неплохо бы коньячку.
У тебя есть коньяк? Ну и не надо. Мы свой привезли. Только матери ничего не говори. Сбегай за рюмками. Ну, что стоишь-то? Давай. Сейчас. У тебя замечательные родители. А может быть, встретимся завтра? Просто так. Завтра я уезжаю домой. Пора на работу. Понятно. Я провожу тебя. Хорошо. Черт. Да, мы все исправим. Не волнуйтесь. Вы его больше не увидите. Он уволен. До свидания. У меня пока плохо, Оль, получается, как любит твой папа, но скоро получится. Что-то случилось? А может, ты мне объяснишь, что случилось? Звонила Антонина Степановна. Антонина Степановна? И сказала, что ты отказываешься с ней работать. Это Грымза, да, отказывайся, что? Я дала тебе задание. Изволь мне объяснить, почему ты его не выполнила. Вообще-то я его выполнил. Я к ней приехал, все посчитала. Она говорит, дорого. Представляешь, дорого. Мы что, должны бесплатно, что ли, ремонтировать эту квартиру? Ну, ты хотя бы, я не знаю, мог бы предложить ей материалы подешевле или позвонить мне на худой конец. Оля, да мы закопаемся в этой квартире. Нашей фирме невыгодно делать ремонт этой старухе, тебе ясно? Позволь мне решать, что выгодно для моей фирмы, а что нет. Да ты хоть знаешь, кто эта старуха? Знаешь? Кто? Это мама нашего генподрядчика. Кого? Генподрядчика. Он попросил сделать ремонт в ее квартире. И если она останется недовольна, то полетят все наши потенциальные клиенты. И сам, между прочим, генподрядчик тоже у нас слетит. И все из-за тебя. Ну, ты бы могла хотя бы предупредить, я не знаю, сказать мне об этом. Я просто попросила тебя сделать хорошо твою же работу. Я вообще-то сделал хорошо свою работу. Да хрена лысого ты хорошо ее сделал. Одни проблемы с тобой, понимаешь? Проблемы. Да, одни проблемы. Хорошо, извини. Ты куда? Мы еще не закончили. Алексей! Опа! И что за истерики? Ты мой прораб, а я твой работодатель. И ты поставил меня в дурацкое положение перед клиентом. Больше не буду. И куда это мы собрались? Домой. А как же наша неземная любовь? Как же футбол? А как же папа? Вот, видишь, не получается у нас ничего. То есть как это не получается? А вот так. Просто. Я-то думала, что ты настоящий, крепкий мужик, а ты такая же размазня, как и все. Да слушай, не нравится мне у тебя. Секс по свистку мне не нравится, твои дурацкие салаты не нравятся. Одежда, которую ты мне покупаешь, мне тоже не нравится. Мне уже футбол перестал нравиться. А может быть, и я тебе не нравлюсь? Может, и не нравишься. Пошел вон! Чтоб я себя не видела! Да вон, пошел! Да пошел подожди вон. Ты, дай я вещи свои заберу. Оля! Да дай вещи забрать. Отфутболила. Алло, Кать, скажи, пожалуйста, Льву Александровичу, что я завтра выйду на занятия. Да. Расскажу, когда приеду. Все, пока. Ася! Лёшка! Ася! Лёшка! Ася! Ася! Ты чего раздетый, Лёш? Ты холодно же. Так, Ася. Прости меня, пожалуйста. Да ну, перестань, холодно, пойдем. Ася, я дурак был, прости. Ну, будет все, это сейчас не важно, я прошу тебя, поехали там. Подожди, прощаешь меня?
Поехали домой. Поехали. Вам куда? Павелецкий вокзал. Садись. Садись скорее. Как же я по тебе соскучился, Аистёнок. Лёш, давай не сейчас, мне нужно побыть одной. Ну, что мне сделать, чтобы ты мне простил? Ну, я сам не знаю, что на меня нашло. Мы с тобой столько лет вместе. Мы с тобой родные люди, а Ольга чужая. Как ты можешь, как ты можешь так говорить о своей девушке? Прости, Ася. Ладно, не надо. Просто сейчас уходи, хорошо? Нет. Боже мой, да что ж такое-то? Мне кажется, я поняла, чего хотят мужчины. Чем дальше вас посылаешь, тем больше вы липнете. Ты можешь меня посылать сколько угодно, я не уйду, Ась. Проводилась? Проводил. Молодец. Сынуль, ты чего такой грустный? Случилось чего? А? Нет, ничего. Все хорошо, мам. Ну, я же вижу, что-то случилось. Мам. Все хорошо. Правда. Угу. Все хорошо. Антон, а у тебя унитаз подтекает. Починил бы? Отца ждешь? Починю. Погоди, отец. Видишь, Тоша что-то сказать хочет. Косяк повело. А что, Аська беременная, что ли? Рожать и никаких абортов, ясно? А то прокляну. Что ты заладила? Что? Рожать, не рожать? Что, у него других проблем, что ли, нет, а? А какие у них проблемы? Молодые, здоровые. Ну, скоро внуков нянчить так, будем. Все, хватит. Спокойной ночи. Твое воспитание. А я не отказываюсь. Thank you.
Давай попробуем начать все сначала. Прости меня, пожалуйста, и будь моей женой. Она мне мало, забыл? А ты попробуй. Я утром в магазин бегал, попросил поменять на такое же, только побольше. Вот. Аистенок, прости меня. Заказали. Покончить с собой из-за какого-то брещанина деланного! Что? Да нельзя же быть такой дурой! Подождите, подождите, не делайте ничего, я не могу, я запуталась. Ну что ты? Подождите. Ну, перестань, все же хорошо. Ну, любишь, если простила? Ну, все же, все в порядке. А? Люблю! Ай, ну не плачь, все мужики кобели. Не плачь, все будет хорошо, вот увидишь. У тебя любовь такая, неземная получается. Ну что ты заладила, неземная, любовь. Да все ясно, как уже день. Любишь, бери, не любишь, беги. Ну, а, кстати, машину хорошо. Какую арендовали на свадьбу? Ну, все, все. Ну, подожди. Ась, ты куда? Да у них регламент такой. Опоздаем 3 часа. Да ладно, успеем. Давайте, ребята, быстрее, быстрее, а грузимся. Ты чего, что-то случилось? Свадьбы не будет. Леха, быстрее, опасно. Не понял, как прости, это? Прости, Леш, прости. Прости меня, пожалуйста, я... Прости. Я не понял. Я не люблю тебя, я люблю другого человека, я только сейчас поняла. А Истенок, да подожди ты сейчас! Слушай, давай, не грузи меня сейчас, ладно? У меня очень важная игра сегодня, у тебя просто предсвадебная истерика. Я приеду вечером, и мы с тобой поговорим, хорошо? Все, иди домой. Пожелай мне удачи. Держи, время, давай, опаздывай. Я знаю. До вечера, Истенок. Поехали. А где твоя зазноба-то? 2 недели уже не появляется. Да не было никакой зазнобы, пап. Просто помог ей своего парня вернуть, и все. Ну и дурак. Если влюбился, дерись. И нечего нюни распускать. Там все сложно, пап. Сложно штаны через голову, сынок, одевать. Знаешь, я как за твою мамку боролся, а? Да знаю, уже 100 раз слышал. А ты 101-й послушай. А ну садись. И слушай, у мамки ведь хахаль был, да, с самого детства, вместе. А я только приехал по распределению. И что? Познакомились в столовой. Правильно, познакомились в столовой. Целый месяц ходил, как и ты, рукавицу жевал. А потом пришел к ней домой и признался в любви. И замуж позвал. Вот так. Но она же тебя выгнала? Выгнала! А я 3 ночи под ее балконом простоял. И знаешь почему? Почему? Потому что чувствовал, что любит она меня. А с тем так и жалости встречается. Ну, понял?